Новый день, а значит новый рецепт от замечательного первоуральского повара-кондитера. Ну, тем более, что все ближе к нам выходные, а значит чем-то можно удивить своих близких и себя немного побаловать. Да, у нас есть рецепт, который полюбится вам и вашим гостям. И мы о баклажановых рулетиках. А, как я люблю баклажаны, вот эти рулетики маринованные, вкуснотища незабываемая. Все самые вкусные подробности далее, поэтому берите блокнотики и записывайте. Доброе утро, уважаемые телезрители. Меня зовут Алена Теплякова. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом баклажан с морковью. Это будут рулетики. Я вам покажу на примере одного баклажана. Количество вы можете регулировать сами. Для этого нам потребуется один баклажан, одна морковь, три зубчика чеснока, немного укропа, столовая ложка сметаны, столовая ложка майонеза. Ну что, давайте приступим. Баклажан нам нужно нарезать на дольки, ну, то есть на слайсы. Таким образом. Чем тоньше, тем лучше. В дальнейшем мы их будем обжаривать. Морковь нам нужно будет натереть на крупной терке. Укроп нарезать мелко, добавить в нашу сметану и майонез в тарелочку и выдавить сюда чеснок. Мы нарезали баклажаны, натерли морковь, нарезали укроп, выдавили чеснок. Укроп нужно объединить с нашим соусом. И мы будем смазывать в дальнейшем баклажаны после того, как их пожарим. Баклажаны нужно посолить и поперчить с каждой стороны. Так с каждой. Баклажаны мы посолили, поперчили. Их нужно обжарить с двух сторон на сковородке в небольшом количестве масла. Все хорошо. Не профукали. Выкладываем в серединку морковь. Морковь, напоминаю, свежая, просто тертая. И сворачиваем рулетик. Вот таким образом. И выкладываем их в тарелочку. И так поступаем с каждым баклажаном. Ну вот такие вот у нас рулетики получились. У меня получилось 6 штучек. Можно их украсить петрушкой, тарелочку и подавать к столу. Приятного вам аппетита!